Да, хорошо. Позже позвоню. Ага. Нет. Стой, слыхал? Выезжаем к заданной точке. Что у вас там? Что такое? Осматриваю. Разделиться! Бежать или... Ищем. Найдем. Боже! Стоять! Эй! Давай, надоело. Ладно. Ты ладно, здесь не хорошо. Пройдешь. Все будет хорошо. Руки подними. Нет, спасибо. Это мне ни к чему. Черт, черт, черт! Ладно. Ладно, все хорошо. Это безумие. Я справлюсь. Я справлюсь. Черт, черт, черт! Не тяни! Вот это да! Не возбуждайся, Маркус! Здесь повсюду лазерные датчики и парни с пушками! Хочется взять.
часто спрашивают, почему я трачу столько сил на космос, такой пустой и далекий. Приглядитесь к нашему маленькому голубому шарику. Нужны жизни, чтобы изучить всю культуру, все краски планеты. Но нам кажется, что мы знаем уже очень много. Нас мало чем можно удивить. Но я верю, что есть другие планеты, которые полны жизни, и они ждут нас. Вероятно, там есть другие культуры и самые невероятные краски. Я человек, и я родилась с неутолимой жаждой знаний, и хочу выпить то, что никто никогда не пробовал. У меня есть уникальный шанс. Есть деньги и власть, чтобы найти способ провести таких же жаждущих сквозь космос на борту невероятно сложного механизма. Я понимаю, что могу так и не найти этот источник, но я сделаю все, чтобы его нашло человечество. Инициируй режим любви. Ты ломаешь мой алгоритм. Вставь, Игорь. Мой штепсель подойдет к твоей розетке. Ты ломаешь мой алгоритм. Вставь, Игорь. Сейчас это не прокатит. Надо все самому. Супер, посмотрим, где они тут хранят материнки. Сейчас поищу. Моя машинка не сможет туда попасть. Черт, жаль, что у нас там нет рукастого парня. 1-0. Когда мне было 10, отец водил меня в музей авиации и космонавтики. Ничего общего. Ракеты и динозавры. Любовь на всю жизнь. Ладно, где там у нее кнопка? Не забудь колесо попинать. Рэй, можно мне в резюме записать ракетостроитель? Я похож на менеджера по персоналу. Отлично! Уходи оттуда!
надежд межпланетной экспедиции легко остановить одним парадоксом Ферми. То есть, я уверен, что там кто-то есть. Но думаю, они никогда не захотят выйти с нами на контакт. Думаю, их технологии настолько развиты, что все наши достижения будут хуже, чем их собачьи игрушки. Честно, мы слишком одержимы своими мобилами. Так детки взламывают спутники. Я приготовил для тебя печеньки. Нужно время, чтобы ракету подготовить к запуску. Мы позвоним. А пока иди порадуй себя чем-нибудь. Или не ходи. Мне плевать. По скриптум, печенек не существует. Скорая! Тут такое!